Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Amazon Fire HD 10. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства и не знаете, как теперь сбросить его и сбросить настройки. Итак, для начала нам надо отключить наше устройство. Выключаем. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. Держим до появления логотипа. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в такое вот меню. И здесь нам нужно выбрать Wipe Data Factory Reset. И выбираем Yes. И теперь выбираем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.